Овны, вы откровенно устанете от информации, которую подарит этот день, но она будет больше позитивного характера, поэтому не расстраивайтесь. Тельцы. Звезды рекомендуют заняться внешним образом. Питание тоже нужно отрегулировать, отказаться от мучной и соленой пищи. Влюбленность на уровне полной эйфории. Близнецы. Бизнесменам предстоит организовывать командировку для своих партнеров. Если с деньгами не все в порядке, то включайте экономию. Раки. Вам нужно внимательно отнестись к здоровью. Болезнь сама не пройдет. Необходимо лечение и обследование. Не исключено предложение, касающееся творческой работы. Львы, помощь понадобится во многих делах, не отказывайтесь от нее. Отработанный режим работы поможет реализовать далеко идущие планы. Девы, не стоит ломать себя под человека, с которым недавно познакомились. Лучше подумайте, нужны ли вам эти отношения. В бытовой сфере небольшие неприятности. Весы, если вы находитесь в отпуске, то необходимо разнообразить досуг до максимума. Только не сидите дома, отдых должен быть полезным. Скорпионы. Звезды обещают конструктивное решение личных проблем. Финансовое болото, в которое вы угодили, не исчезнет в одночасье. Потребуется помощь юриста. Стрельцы. Понадобится психологическая перезагрузка. Пойди в спортзал или банально отдохнуть. Иногда полезно ничего не предпринимать и плыть по течению. Козероги. Вы априори не терпите инфантильность как в себе, так и в окружении. Сегодня вам удастся выполнить огромный объем работы. Водолей. Вы вдруг решите жить так, как в красивом сериале – богато и легко. Увы, такая схема не прокатит, особенно если вы не намерены принимать перемены в надлежащем виде. Рыбы. Сегодня вы внезапно обнаружите в себе такой талант, который поможет реально обогатиться. Но о нем лучше молчите, демонстрация пока неуместна.